Вместе с 1xBet ты приумножаешь свои возможности. Ты всегда на шаг впереди. И вместе с нами чувствуешь свое превосходство. 1xBet и Marple. Вместе. Всем привет! Вы на канале ArcRed. С вами Ресу. И сегодня мы будем угадывать песенки. Это скрип, цепи. Так, песня называется Unravel. Кто ее исполнял? Блин, это тематика Токийского гуля. Ну, вы же все знаете, Dead Inside, The XC, все такое. Опенинг Токийского гуля, да, все, я угадал. Соло. Знаю, на улицах мне не верится. Хаю растение, но не дерево. Говорю в своих словах уверенно. Очень легко, так как умею. Осуждаю, пропускаю. Я вообще не в курсах, что это за песня, если честно. Так что, во-первых, я СНГ рэп осуждаю. Простите заранее, любители и ценители русскоязычного рэпа, но этот трек я не знаю. Believer, Imagine Dragons. Соло, я знал, что нужно было слышать Imagine Dragons. Почему так много? А Наруто? Соло! Это Мигос? Не? Ну этот трек я вообще не слышал, если честно. Ну это так чисто по голосу. Звонок другу. Я использую звонок другу. Так. Где телефон? Алло, ты занята, я знаю, но все равно мне нужна помощь, это вопрос жизни и смерти. Так, я играю в игру здесь у нас в Арге, и мне нужно угадать песню. Можешь помочь? Хорошо, на, давай. Ага. Это Young Boy, Never Play Again. Окей, спасибо большое, давай, до встречи. Давай. Так, это у нас NBA Young Boy, Never Broke Again, или что? Это тоже опенинг, да, насколько я понимаю. Это тоже опенинг, это... Только я не могу вспомнить откуда. Убийца Акамы. Трэвис Скотт. Название? Так, стоп, сейчас текст я у себя в башке прокручу чуть-чуть. 5, 4, 3, 2, 1. Butterfly Effect. Скоро поймешь это на своем опыте. Я люблю запах этой новой обуви. Я высоко, но помню запах копоти. Это мой путь, не пропади. Много кэша, будто бы. Какая у меня подсказка осталась? Нету, у меня больше нету подсказок. Что это? Так, это тильт. Можно четвертую подсказку? Это нечестно. Я не знаю, этот трек вообще не слышал. Хоть и голос знакомый, в принципе. Вообще не в курсе, мэн. Это 6ix9ine, Motorsport? Нет, я вообще не знаю, как название его треков, но это точно 6ix9ine. Так, это, и причем это что-то из последних треков. Так. Что у него там из последних? Ну, у него все треки Зизи, Визи, Физи. Но здесь я сдаюсь. Можно мне на 5 баллов за это? Я же знаю, что это за чел. Это считается? Ну давайте, ну камон, ну я угадал, алло, это нечестно. Дайте мне баллы. Да кто вообще знает название этого трека?
Я набрал 7 из 10 баллов. Ощущения и эмоции просто невероятные. Ну, я даже вообще не ожидал, что так будет супер легко. Это просто было настолько легко, вы даже себе представить не можете. Но все равно, спасибо за такой крутой контент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Да-да-да, именно вот сюда. С вами был Ресу, до скорых встреч.